Здравствуйте, дорогие друзья, мы так далее, Хардесет Инфо, и сегодня расскажу, как происходит на устройстве KRL Solid Density Paper начальная настройка устройства. Чтобы сделать полную начальную настройку, нам будет нужно выбрать язык. Выбираем здесь на английский и покажу вам все на английском. Приходим в Start. Здесь Connect Mobile Network можем скипнуть, то есть пропустить. Конечно, нам не нужно здесь тоже Setup Offline, то есть мы можем устроить все это, конечно, без этого Data и Time настроится автоматически, если мы поставим здесь Local Default, и, конечно, настроит Time Zone, и Next. Запускаем Google сервис, нас, конечно, запрашивает наш Google аккаунт, но это, мы это все можем пропустить, потому что нам просто это не нужно, как и пароль. Да, это все можем настроить в нашем телефоне, любой отпечаток пальца, Face ID или же... код. Здесь, конечно, тоже можно настроить все в нашем устройстве. Выбираем Home Screen Style, например, такой. Выбираем. Setup Complete, Finish. После чего полная настройка телефона у нас была сделана. И мы можем пользоваться нашим телефоном как нам угодно. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.